И всем привет! Мы вернулись в игру. Так, сейчас посмотрим, опять же, костер. Нормально все. Так, короче, я взял шмотки. Не шмотки, эти материалы. Вроде как должно быть электричество и все остальное, чтобы сделать еще одну солнечную панель. Так, смотрим. Да. Все есть для этого. Сейчас заберем это вот еще одну бурильную установку. И установим ее там. Поставим солнечную панельку. И будем смотреть с этим вот, с оружием, что можно модернизировать в этом верстаке. Так, стоп, я же не все взял. Не все взял. Где-то должна быть... Где-то должна быть водокачка. Наши засунут болезнь. А, вот она. Еще поймал одну курицу. Вот. В принципе, больше ничего такого. А, еще побегал один день, там пособирал, что-то пару плат собрал. Такое, в общем, ничего особенного не было. Блин, опять эта фигня появилась на экране. Полосочка, блин. Курочки уже 4-го левела. Одна, вторая, вторая, второго. Так, что у нас там? Что у нас с энергией? Великолепно. То есть я вообще ничего не делаю, она себе работает и работает. Так, ну что ж, воткнем. Ну где? Вот здесь прямо и воткнем вторую, что где-то. Рядышком прям поставим. Так. Так, запустим, наверное, генератор сразу. Потому что для бурения надо немного энергии. Так, где-то здесь... А, топливо есть, отлично. Подольем топливо. Так, а что-то мне... Ага, одна... Две пасты осталось, ладно. Так, вот воткнем еще одну панельку. О, еще что-то там. Криво чуть-чуть, да и ладно. Зато прирост электричества есть. Итого, ну это с генератором, конечно. Пофнем сейчас. Чуть-чуть не допрыгнул. 0,12. Это при том, что еле-еле солнце светит. Будет больше. Так, надо включать, чтобы он бурился. Правильно? Бурись, 0,5. Энергии, потом это еще модернизироваться еще надо, ё-моё. Вот уже, пожалуйста, 40 меди. Ни много, ни мало, но 40 меди. Так, возвращаемся назад. В принципе, я сделал, что хотел. Сейчас выложим это все. Вода есть. И да, есть, как бы не должно хватить на сегодняшний день. Так. Вот мы и на базе, так сейчас запущу генератор, потому что я так чувствую, что энергии у нас мало. Так, скинем яйцо. Пасту эту пригодится еще. Так, вот как вы видите, у меня уже 100% энергии жизненной. Так, покушаем, наверное, вот эту. Так, не дотянуло, конечно же. Хреновенько, ну да ладно. Супчик ты, конечно, есть не будешь, правильно? Нет. Поэтому выбьем водички. Наверное, даже еще и мало будет, да? Не, нормально. Чуть-чуть еще дерево подсобирал там. Так, что касается оружия. Я пробовал, короче, в верстак можно засунуть вообще все. От мяса до железа, блин. Я прикалывался, думал, можно... Даже я даже вещи засунул, получается, их все равно можно засунуть, но прокачать нельзя. К сожалению. Прокачать нельзя. Вот нашел очередной хлопок, наконец-таки. Так, смотрим в верстак. Что у нас тут? Массы очень мало. Хорошо. Вот берем дробовик. Меняем его местами с луком. Вот, у нас чего не хватает-то? 70 массы. 70 массы не так уж много. Сейчас возьмем чуть-чуть потасиума.
с десяток, думаю. Посмотрим, сколько у меня преобразователь массы да за него. Так, 20 power, 10 массы. Что-то как-то мало. Что-то мало. Михайлович, так, 70 надо. Можно запустить, конечно, этот преобразователь массы. Ладно. Проще скинуть еще немножко. 20-ку, думаю, будет нормально, если что, потом запустим еще этот вот. Так, 20-ка массы. Полтосик. Маловато. Давай-ка на перегрузочку установись. Так, прирост идет. Замечательно. Так, мне надо... Короче, этого. Платы. Драгоценные, 15 штук осталось. Ё-моё. Что там еще? Слитки. Тряпки, в смысле веревки эти. И того все есть, как бы только надо дождаться немножко энергии, немножко массы. Давайте второй поставим на перегрузку. Там мы уже почти набрали. Сейчас мы просядемся по топливу. Да ладно, это не страшно. Этого нам должно хватить. Так. Кушаем. Так, смотрим. Отлично. Обгреживаем лук. Оп, ты сохранение сразу пошло. Так, а... Блин, а куда, как? А, твою ж... Кенсел. Так, что пошло не так? Почему-то я не могу апгрейдить его. Так. Update station. Refill over какой-то, не понял. Короче, мне не дают это сделать. Как так? В комментариях написали, что можно. Нет, нифига. Что-то апгрейд, что-то стандартно, что-то там мощности пистолета, короче, хрень какая-то. Почему-то вот меня не пускает. Ладно, и здесь он, кстати, не появляется, да. Значит, это просто тупо баг. Либо мне просто не везет. Ну, давайте еще разочек. Так, масса уходит, а процесс-то не идет. Подождать. Давайте подождем. Лучше, что там есть или нет. Давайте-ка супчик съедим. Нет, супчика не надо, давай-ка миска. Так, одна есть. Есть, 101 энергия. Отлично, отлично, отлично. Так, был звук, вроде как он апгрейдился. Да? Да, он апгрейдился. Просто мне нужно было его подождать. Отлично. Так, что он пишет-то? То есть... Один левел, 20 эти вот хпшки. Ну ладно. Берем две гранаты. Выкидываем все, что мне надо. Блин, ой, не туда. Слиточки, конечно, сюда. Веревок нет. Плат, все. Считаю, что тоже нет. Это хреново. Хочу сказать. Так, значит, берем теперь винтовку. Идем разбираться с этими. Так, опять же, по классике пистолет не берем. Берем патроны, половину. Вот, и идемте навещать тот большой дом. Так, мне еды не надо. Ну, вообще-то он сытый. Я думаю, мне этого хватит. 101 энергия, отлично. Так, это что у нас там, зайчик что ли на берегу сидит или курочка ползает? Нет, зайчик все-таки. Это бенис. И мимо. Короче, они должны были здесь уже свои хоромы отстроить. Может быть, не полностью, но дом уже должен был быть
Потому что второй этаж я уже видел, у них есть, так что по идее, в сундуках все должно уже быть. Ох ты, блин. Куда ж ты подбежал так близко, балбес? Так, тихо. Крадемся. Сенсу надо убрать. О. Так, медведь. Ага. Сидит косолапый, стоит, слышите? Отлично. Он даже бедняга не понял, что случилось. Так, а вот я не понял, откуда стреляется. Наверняка из-за дерева. От этого. Не? Нет. Откуда ж? Неужели из-за этого? Тоже нет. Ага, вижу. Живет. Так, хорошо. А где еще один белый кореш? Э? Ну признавайся, это что? Блин, кусик показался вроде. Что-то их только двое, что ли? Ну ладно. Либо я что-то не понял. Либо его медведь сожрал. Ох ты, прям хорошо лег так. На камешек прям почти головой положился. Так, смотрим, что вам не дадите. Хлам. Так, не забываем про мину. Наверное, зря я сюда меня сегодня пошел к нему. Ой, блин, надо чтобы свинцу переделал, думаю, что такое. Мышка еле двигается. Ну так, нормально будет. Так, где мина? Мину не видно. Ой, а я уже, слушай, а может я могу запрыгнуть? Ну, как писали, что раз много пепла, значит жирный лут должен быть. Посмотрим, мины не вижу. Так, молодец. Братан. Так, Миха. Так, сундучок. Ладно, значит берем. У нас апгрейженный лук. Не, сначала давайте попробуем залезть в окно. Так, залезть в окно. Блин, я застрял. О, нет. А что ты был здоров? Придется медведя сейчас еще убивать. Ну что, не придется. Ну я почти. Почти запрыгнул. Угу, сволочь. Наглая медведя. Блин, исчез. Так, все, он отстал от меня, но. Мне не нравится его. Может его стрелой? Не, стрелой я же хотел проверить на это вот. Увеличилась ли мощность самого лука? Так, где у них вот, а вот вход? Да, знакомое место. Здесь меня медведь убивал в прошлый раз. Так, значит, короче, берем, переключаемся. То есть и все равно, да? Нет, двадцаточка осталась. Вот смотрите, то есть видите, то же самое. То есть теперь гранаты стали. То есть лук нанес столько же дэмэджа, сколько и гранаты. То есть прокачка реально работает. Ну. Так, спички забыл взять, ладно. Ух, солнечная панелька, спасибо, ребята. Я вас верил. Две гранаты, отлично, еще один рейд можно провести. Так, спички у меня, блин, нет. Ее топлива нет. Не забывай. Ой, спасибо за биотопливо. Так, а мы можем сейчас самую спичку сделать. Две палочки. Палочки мы сейчас нарубим. Так, вот видит, паршивец лазит. Надо бы не нарваться на него. Неохота как-то. Чуть-то. Блин, ящик военный. А у меня отмычка лежит, я забыл ее взять. Ладно. Поковыряем пока вот это. О, отлично. Так, топты, блин, даже не смотри в мою сторону. Жопошник. Беги, 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 беги. А мне нет, все, я в домике. Где он? Сейчас раз такой по ступенькам поднимается.
Есть там? Никого. Так, прикольная стеночка стеклянная, ничего не скажешь. Панорамная такая. Так, делаем спичку. Зажигаем костер и идем убивать медведя, наверное. Так, опять две веточки надо. А у меня, блин, веточек светлых нету. Почему топлива нету в генераторе? Так, все. Спичку мы сделали, где она? Вот она. Отлично. Теперь здесь будет постоянный жир. Кстати, еще. Не дают, зараза. Так, все. Уходим отсюда. Пока что. По добру, по здорову. Хотя нет, чуть тебе должен уходить. Мясо уже давно сгорело, ни хрена с ним. Ладно, сидим, то что осталось. Я как-то вот позабыл за него. Так, кто мне мешал? Ты или ты? Так, возьмем нашу стрелу. Ладно, подманим его стрелой. Нормально. Думал на дробовик, но я понял, что я не успею переключиться на дробовик, поэтому пришлось винтовкой. Так, еще чуть-чуть. Ну вот за солнечную панельку прям вообще респект и вожуха вам, охотнички. Так, это ты был или не ты был? Тейбл или не тейбл? Так, ну этот мне не мешает особо. Блин, здесь еще оружейный ящик. Ладно, фиксим. Погнали за этой, за... Во-первых, скинем все барахло. Вот, во-вторых, поставим сейчас солнечную панель вон туда. Волк. Что-то решил водички дать попить. Да, все, отлично. Теперь можно лук прокачивать вообще, даже не парясь таким читерским способом. Когда прокачаем его на максимум, наверное, будет вообще прям сносить. Неплохо таки. Даже просто обыкновенными бомжарскими стрелами. Так, пойдем-то, наверное, сразу панельку воткнем. Чё ж. Ящик, в принципе, ладно, ящик ничего не ушел. Все-таки я хотел отключить. Надо просто сейчас выкинуть с этого вот. С инвентаря. Давай, копи. И бык. Интересно, сколько максимальной энергии сейчас у персонажа может быть? Может 200? Может и 200. Так, все. Запускаем, пускай. Это вот. Крафтиться, коптиться и все такое прочее. Так, давай-ка жирочек подкинем. Бульк. Так, это, короче, все сюда поскидывай, пофигу. Так, стоп, патроны, да, это тоже отдай. Потом разберемся с этим делом. О, как раз лезу. Это тебе сюда. Давай мне эту отмычку, пошли. Два в одном. Прикольно, он даже практически не утонул, когда пробел держишь. Так, а панельку я выкину, ладно, ничего с ней страшного не будет. Ни разу. Сколько у меня там получается? Уже 4 панели, да? Отлично. Все равно мы будем в минус уходить, но медленно. Но медленно. А, мне еще, блин, столько всего надо сделать, апгрейдить. Ладно. Пока что будет так. Короче, мины, походу, у них еще пока нет. Вот. Вот, сейчас заберем этот сундучок. Военный ящик или закрытый ящик, кто как его называет. Ну, вообще реально похож на военный ящик, в котором фиг знает. Что-то лежит, короче, военный. Так. Ну, такое себе. Честно говоря. Ну, немножко металла дали. О, две этих вот. Так, и теперь посмотрим, смогу ли я запрыгнуть еще раз в этот долбанный... Вот отсюда. О, отсюда, наверное, смогу. Нет. Как так? Как так? Да давай, ёж твою мать. Да, все-таки получилось. Но в окно, когда уже будут окна, они же еще тут третий этаж будут делать. Я уже точно не смогу запрыгнуть. Но... Жирка нету. Зато тут пилот есть, отлично.
И еще 7 пепла, отлично. Так, лог. Лог застрял. Да и фиг с ним. Застрял так застрял. Блин, что уже кончается. Дождик собирается. Это может побегать еще. Лутка прайс, в принципе. О, 6 помидор. Лут такой себе. Разве что сухожилие. Ладно. Сгоняем еще по маленькому кругу. Посмотрим, что тут есть. Чего нету. Какую-нибудь морковку, что ли, заберем. Или немножко дров. Кстати говоря. Дров-то у меня нет. А там, по идее, должен забуриться. Или буриться, блин. Сейчас он сожрет все топливо. И фиг с ним. Наплавим топливо еще. Жирных курей. Это пока самое ебовое животное. Бучка. Не, больше двух нет смысла выращивать. Хотя стой. Ладно, чуть попозже. Как вечер начнет наступать, так и я буду ловить курочку. Так, вот здесь еще неплохое дерево наверху есть. Да, возможно, курицу можно уже споймать. Так, раз, два, три, три. Блин, поздно прыгнул. Ну ты скотина. Куда ты меня привел? К медведю или к волку? К волку. Попробуем, может, все-таки успеем. Дровишки подрубить. А, он меня не заметил, ну, отлично. Так, сезон дождей опять начался. Ягодка, замечательно. Пригодится для курочек. Ладно, чувствую такое, что мне надо возвращаться и все-таки поставить панельку, блин. Папоротник этот долбанный. Немножко смахнет на морковку. На кусты морковки. Да, по платам я все. Бобик сдох. Теперь надо снова делать серии, чтобы бегать, собирать лист. О, чуть-чуть иди. Да и скраб как тоже потихоньку кончается, но скраб проще находится. Намного чаще находится, чем что-то на камне было. Ничего. Так, отлично. На всякий случай, вдруг там бок. А вот дождик. А вот дождик. А я поливал огород. Ничего страшного. В принципе, полдня прошло уже, так что он должен был потратить почти всю. Половину, наверное, если не больше. Так что ничего, никого. О, еще один всплеск молнии. Посмотрим, что у них потом еще будет. Через какое-то время зайдем к ним навести их еще раз. Охотничков тех. Это их база. Это самая жирная база получается в этой игре. Там должен быть и верстак, у них все должно быть. Блин, не успел прыгнуть. Курица, стой. Стой с жопой. Тучкой. Так, а вот. Вот это дерево, которое я хотел ободрать. Можно так выразиться. Так, погнали дальше. Опа. Хорошая вещь. Так, давайте мне платы, блин. Ну понятно, что не в этом ящике, это курица две живых, пока хорошо. Какая-то из них должна выжить. Их интервал приличный, как пару минут хотя бы. Так что если одна сдохнет, вторую, я думаю, успею дотащить до дома. Так, что это у нас? Волки, зайцы, медведи. Бурчит, зараза. Возможно, даже пошел. Нет, вроде нет. И снова задождило.
Так, это на что? Скрабметал возьмем, чуть нет. Мало попадается, конечно, вещей хороших. Мало-мало. Надо идти в долину Лута. Собирать ящики. Так, сделай ко мне. Забери ко мне веревки. Одну. Так, ну-ка дайте мне две платки, пожалуйста. Банан тебе говорит, ни одной тебе платки не будет. Так, уже просил сильно поэтому по витаминкам. Так, вижу он. Сундучок, еще сумочка вижу, точнее, лежала, по крайней мере, только что. Возможно же. А, не, ладно, вижу. Заберем, и то, наверное, пора уже курить нести в этот курятник. Давай, бери, не стесняйся. Так, одна платка есть. Вы мне еще должны одну платку. Так, второй левел. Блин, я же его не убью. С одного выстрела. Ты сволочь. Жопошник повернулся. Как ты промахнулся? Ладно, фиг с ним, свою сумочку. Так, медь. Дефицитный материал. Побей давай. Вот и хорошо. 4 штуки, к сожалению, дали. Тю, блин, курица. Ну давай, иди сюда. Ой, блин, ты к медведю бежишь, ну ты зараза. Ладно, все, надо возвращаться домой. Опа. Это замена той сумочки, то, что я профукал. Да, получно. Опа. Зинка. Все-таки он, гад, еще охраняет, стоит в ящик. Ушел. Сумку, то есть. С подноса может все-таки удастся его украсть. Давай. Блин. Отлично, пошел в другую сторону, давай. Отлично, две платы, спасибо, я пошел. Блин, он меня, в смысле, учуял. Сволочь. Теперь надо бежать, пока он не остановится. Потому что в воде мне хана будет. Уже слишком далеко. Отстал, отлично. Замечательно, я бы сказал так. Плывем сразу в курятник. Скидываем наших курочек замечательных. Пускай растут. Кинем еды и воды. Так, короче, я решил все-таки перекусить. Давайте супчик набахнем. Так, отлично. И срочный помесь заберем. Резко потемнело, так и обалдеть. Так, все курицы померли, все? Прям все-все? Где третья? Он только две споймал. Чуть не понял, как так? Как так произошло? Да елки-моталки, ну и фиг с ними. Хоть панель поставим. А тоже не видно ни черта, как обычно. Ух. Хорошо громыхнуло. Так, нигде здесь нет никого. Я имею в виду медведя. Так, что тут, пробурило, говоришь? Пробурило. Энергии совсем мало. А почему? Потому что генератор не включал? Нет. Генератор я не включал. Ну ладно. Воткнем еще одну. Как-нибудь вот так. Итого у нас 5 солнечных панелей. Замечательно. О! Охотнички заспаунились. В принципе, по идее, должно утром им хватать. Потому что одна бочка не работает, вторая работает. Так, покормить надо упырей этих.
скинем их этим разнесчастных этих червячков водичку. Так, я начинаю замерзать. Иди еще одна канистра с водой. Блин, как она тут оказалась? Ты что, выкинул? Ой, блин, некуда было ложить. Ладно. Должен найти сейчас, пойди. А хорошо, что котится. Блин, что-то куры сильно быстро померли. Чересчур, по-моему, даже. Так, давайте вам ягодки. Оп, отлично. Так, пятый, вот эта курочка случайно нет. А ладно, короче, ни хрена не видно уже. Так, пробуем еще что-то съесть. Например, яичницу с мясом. Так, отлично. Еще разочек. Не хочет, говорит. Ладно. Давайте еще пожарим яйцо. Почему бы и нет? Несчастные курицы. Знаешь, такое ощущение, как будто прямо... Как будто эпицентр вокруг меня находится, а здесь дождь не идет. Так, 87. 87, нормально. Тут будет сотка, потому что... Все выросло, блин, дай лук. Так, что ж ты метишь? Не смажешь постоянно. Так, в общем, наверное, на этом я буду заканчивать видео. В принципе, уже ничего интересного не будет. В общем, так что всем спасибо за просмотр и всем пока.